Здравствуйте! В эфире рубрика «Гость в студии». 2018 год станет юбилейным не только для Латвии. В следующем году Израиль будет праздновать 70 лет со дня провозглашения независимости своего государства. Это был непростой период в истории страны. Справился ли Израиль с теми вызовами, которые ему были уготованы? Об этом сегодня мы говорим с заместителем посла Израиля в Латвии Цви Миркиным. Здравствуйте, господин дипломат. Добрый день. Ну и первый мой вопрос о цели вашего визита в наш город. Это ознакомительная поездка или все-таки она носит рабочий характер? Одно другому не противоречит. Это рабочая ознакомительная поездка. Основной частью визита в Даугавпилс была встреча с руководством университета, с ректором и с деканом гуманитарного факультета. Как бы, то есть это было знакомство, дальше уже будем обсуждать конкретные возможности, там, что мы можем сделать. Во-первых, Израиль участвует в Израильский университет участвует в Евросоюзовской программе Erasmus+. Потом, в принципе, у израильского правительства есть не так много, но стипендий для иностранных студентов для обучения в Израиле. Например, там вот и на Латвию, по-моему, одна стипендия на академическое обучение, одна на изучение языка. Но насколько наш Даугавпилсский региональный вуз может быть интересен молодым людям из вашей страны? Всегда можно найти что-то интересное. В следующем году, 14 мая, Израиль будет праздновать 70 лет со дня своей независимости. Время становления было непростым. Очень. Да, то есть не все были рады такому повороту мировой истории, да, и тем не менее ваша страна выстояла и более того стала ведущей страной как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. И вот в связи с этим вопрос, значит ли это, что ваша страна справилась со всеми вызовами, которые были ей уготованы? Я не скажу, что справилась, потому что проблемы, не все проблемы решены. Вот так, более или менее успешно справляется. Но в данном случае вот мне бы хотелось услышать о безопасности в вашей стране. Да? Как я уже говорила, вас окружают далеко не дружественные режимы. Да? И периодически угроза безопасности возникает и на вашей земле. Вот как вы с этим справляетесь? И чем ваш пример, ваш опыт может быть интересен для Европы, которая тоже сегодня столкнулась вот с этой бедой, которая называется терроризм? Прежде всего, за прошедшие 70 лет все наше недружественное окружение смогло усвоить, что силой нас уничтожить невозможно. На мой взгляд, самая важная часть опыта Израиля – это не те или иные конкретные там, технические или какие-то еще приемы, а скорее умение Израиля вообще и властей систем безопасности в частности приспосабливаться к новой ситуации и быстро находить решения, причем зачастую весьма нестандартные, на возникшие проблемы. Но этот опыт, он может быть интересен для европейских стран? Безусловно. Потому что как бы, мы столкнулись с террором задолго до Европы. Как бы и к тому моменту, как это началось в Европе, в общем, мы уже, в принципе, более-менее научились с ним справляться. Потому что сейчас, несмотря на все разговоры о терроре и так далее, израильские города исключительно безопасны. Я слышал неоднократно заявление, что в Израиле считают, что безопасность важнее гражданских прав. И поэтому ради безопасности Израиль урезает гражданские права. Я читал такие публикации, слышал эти заявления. Я как бы считаю, что люди, которые это говорят, прежде всего, не дали себе труда нормально изучить материал перед тем, как писать статьи или делать заявления. Потому что как раз Израиль, одна из тем, которыми Израиль занимался на протяжении всех 70 лет истории, это найти баланс между гражданскими правами и безопасностью. Причем было достаточно случаев, когда именно гражданским правам отдается приоритет над вопросами безопасности. 70 лет, то есть прекрасно понимая, что ситуация, в которой мы находимся, в принципе, может привести к произволу органов безопасности. Как бы 70 лет создавалась система, которая позволяет, скажу грубо, держать их в узде. И как раз вопрос не в толерантности. Израиль, одно из основных достижений Израиля, на мой взгляд, это то, что Израиль смог построить систему, которая позволяет обеспечивать безопасность, при этом минимизируя ущерб правам граждан.
Мы говорим, если о европейской толерантности, то доходит дело уже до того, что иногда законы принимаются в ущерб гражданам этих стран. Я предпочту не комментировать европейское законодательство, везде свои ситуации, но один из признаков современной демократии, это в том числе и то, что она обеспечивает права меньшинств. А в таком случае, как вы оцениваете реформу образования в Латвии? Да, если... Никак. Я как дипломат не комментирую внутреннюю политику страны пребывания. Последние годы тема Холокоста вновь звучала актуально. Не секрет, что в мире есть некоторые политические силы, которые хотели бы стереть из памяти людской эти страницы истории. На ваш взгляд, откуда такое желание? Я знаю только одно государство, которое действительно официально на уровне государственной политики отрицает Холокост, это Иран. Знаете, если у иранского правительства нет других средств повышать собственный рейтинг, то мне остается только пожалеть это правительство. Есть достаточно маргинальных деятелей или организаций, которые занимаются отрицанием Холокоста. Точно так же, как есть определенное количество не менее маргинальных деятелей или организаций, которые пытаются пользоваться Холокостом для провокации или достижения тех или иных политических целей, которые на самом деле не имеют ничего общего с хранением исторической памяти. Знаете, если обращать внимание на них всех, то ни наше другое время не останется. Как сказал один историк, пока есть такое государство Израиль, о Холокосте никто никогда не забудет. Меня очень радует, что сохранение памяти о Холокосте занимается не только Израиль, но и в том числе за пределами Израиля, почему деятельность ведется не только евреями. То есть, например, как пример мероприятия, которое было в прошлом году, состоится в этом, это зажигание свечей в память о жертвах Холокоста в Латвии около Мильда в Риге 30 ноября, к ее организации ни израильское посольство, ни еврейская община отношения не имело. Инициатива была выдвинута год назад несколькими латышскими интеллектуалами, поддержана, и пришло несколько тысяч человек. В этом году они планируют провести это, очень надеюсь, что это станет традицией. И как раз в данном случае то, что меня очень радует, что не только Израиль заботится о сохранении памяти о Холокосте. Резко меняем тему, и в заключение нашей беседы, если позволите, поговорим о вас. Цви Миркин – это не только дипломат, но историк, переводчик, а также писатель. Есть немного. Ваша первая книга – это повесть в жанре детективного фэнтези «Майор и три богатыря» вышла в 2015 году. Да. Недавно свет увидела сборник, еще один сборник статей. Да. Почему решили взяться за перо? Это вторая работа для вас или все-таки хобби? Как сказал один очень хороший друг, достаточно известный российский драматург, живущий сейчас в Германии, он сказал, говорит, я надеюсь, что не столько наивен, чтобы... Я думаю, что не настолько наивен, чтобы ожидать каких-либо заработков от написания качественных текстов. Нет, это чисто хобби, я это делаю для развлечения. Так откуда сюжет это берете? Во сне вам они снятся или кто-то подсказывает? Сюжет первой книги возник из рассказывания анекдотов за пивом с друзьями. Знаете, никогда не знаешь, если вспоминать каждый мой рассказ, никогда не знаешь, откуда возникнет идея. Идея приходит в самые неожиданные моменты, причем зачастую абсолютно, как бы, они могут быть не связаны с обстоятельствами, то есть это совершенно иррационально. Знаете, потом уже пишешь, это уже процесс работы, но первичная идея, знаете, это совершенно необъяснимо и непредсказуемо. Сегодня очень многие предпочитают книги, да, настоящие, в обложке, электронную книгу. Вот как вы на это смотрите? Я предпочитаю электронную. Это хорошо или плохо? Знаете, это не хорошо или не плохо. Несколько лет назад я говорил с одним знакомым, который занимается историей книги. И вот он нашел какой-то текст какого-то из интеллектуалов XVI века, который возмущался печатными книгами и доказывал, что они могут быть исключительно какой-нибудь практической каждодневной информацией, а настоящее интеллектуальное чтение может быть только рукописным. Подобные же вещи были в первом веке нашей эры, когда цивилизованный мир переходил с папируса на пергамент. Понимаете, это нормально. От того, в какой форме информация зафиксирована, ее качество не меняется. Это вопрос чисто практический. Мне удобнее электронная книга, потому что я каждые несколько лет переезжаю с места на место. Знаете, у меня и так, моя библиотека занимает отдельную комнату у меня в квартире. Это в основном профессиональная литература.
Знаете, если я буду покупать все книги, которые я хочу прочесть на бумаге, у меня просто дома ни на что больше места не будет. Ну что ж, на этой позитивной ноте говорим вам большое спасибо за то, что нашли время прийти в нашу студию, ответить на наши вопросы. Ну а на этом все. До свидания, до новых встреч на телеканале Dotcom.